Угроза от террористической организации «Исламское государство» по-прежнему сохраняется, и Франция продолжит поддержку Ирака в борьбе с ней. Об этом заявил президент Пятой Республики Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Казими. Накануне он прибыл для участия в Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству. Заявление французского лидера последовало через несколько дней после того, как филиал ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Кабуле. «Все мы знаем, что нельзя терять бдительность, поскольку исламское государство все еще остается угрозой. И я знаю, что для вашего правительства борьба с террористами остается приоритетом. Я бы хотел заверить, что Франция и коалиция поддерживают вас». Макрон охарактеризовал встречу с Аль-Казими как историческую, демонстрирующую возвращение Ирака к стабильности после разрушительной войны против террористической группировки ИГИЛ, которая потерпела поражение в 2017 году. Для Ирака проведение конференции считается важным шагом по сохранению статуса кво в регионе. Страна с шиитским большинством находится на линии разлома между шиитским Ираном и преимущественно суннитским арабским миром во главе Саудовской Аравии. Ирак долгое время слыл политической ареной для соперничества этих двух стран за региональное превосходство.